Добрый день, с вами Олег Якубовский. Мы продолжаем прохождение игры Stalker ZOO Припяти с EGRS мод версия 1.7. Автор мода Николай Болотов. В этом уроке мы с вами посмотрим квест, как вступить в группировку Монолит. Мы с вами возле кинотеатра Прометей. Заходим с обратной стороны. Здесь у нас стоит главарь группировки Монолит. Подходим к нему. Я хочу присоединиться к вам, братья. Открываем диалоговое окно. Монолит говорит о тебе, отмеченной зоной. Ты ему интересен. Он подготовил для тебя испытания. Очистись перед Монолитом и служи ему верой и правдой. Я готов выполнить его испытание, что мне нужно сделать. Косила военный, который убил много наших братьев, он опозорил честь Монолита, издеваясь над мертвыми братьями во время захвата наших складов с оружием. Он сильно ослабил нас и оскорбил, поэтому он должен умереть. Где мне искать этого неверного? Их база располагается в бывшем здании прачечной. Ищи его там. Я исполню волю Монолита. Все, отправляемся к прачечной. Достаем наш... Открываем, вернее, рюкзак. Используем наш проводничок, перемещаемся на базу. Так, мы с вами на базе. Можно достать ружье. Побежал у нас полковник Косилов. Можно за ним пробежаться. Бежим за ним. Он бежит туды, мы бежим сюды. По пути можно в него пострелять. Он все равно сейчас будет пробегать мимо. Вон он бежит. Он, правда, нарезает круги. Мы его встретим у входа. К его нашке, где он собирается спрятаться. Нам нужно подойти к магазину книги. И возле вот этой девятиэтажки подождем его. Можно сохранить игру. Можно его обыскать, забрать его КПК. Теперь откроем GPS-проводничок. Вернее, рюкзачок. Используем GPS-проводник. Переместимся обратно к кинотеатру Прометей. Можно... Трупы валяются странно. Зайдем в здание, можно спрятать оружие. Лёха перескочил, перебежал вернее. И подойдем к киборгу. И закончим квест. Да, вот КПК Косилова, да прибудет с вами
сила монолита, понял, до встречи. И теперь можно съесть наш анабиотик. На этом наш урок закончен. С вами был Олег Якубовский. Жду вас в следующем уроке.